Всем привет, меня зовут Владимир, и вы смотрите канал Феникс Let's Play. Мы по-прежнему играем Fallout 4, и вот в этой серии я сейчас, прежде чем пойти на дело, я решил немножко улучшить наше оружие. Кстати говоря, где наш пистолет, я что-то не понял. А, секундочку. А, вот он, третий. Ну-ка, вот он, наш пистолет. Я, честно говоря, вкратце глянул, как их улучшать. Так, а... Подожди, это кастеты. А, вот он. И теперь давайте посмотрим, что у нас получится. Потому что я тут парочку уже улучшений сделал. Вот как раз вот пистолеты как раз. И я потихоньку начинаю соображать, что к чему тут. На самом деле не так все сложно, как... Секунду. А почему больше не могу? А, фанатик, вон, значит, все, следующий, значит, ребят, мы качаем, следующий уровень, это фанатик оружия будет у нас, следующий скилл. Так-то, блин, а вот это бы, конечно, бы. А, куди, нет, тут еще нужно. Вот это нам надо. Ладно, давайте посмотрим, что мы можем еще сделать. Потому что теперь мы будем выкачивать просто фанатик оружия, у нас по броне мы вроде сделали все, это надо посмотреть, что еще нужно. И все, броня и на оружие теперь все будем делать. Так, что он делает у нас? Вес больше, урон меньше, нет. Нам нужен оборот. А это что? А, ну вот все, фанатик оружия, соответственно, везде нужен. Ну давайте хотя бы вот это пока воткнем. Нам нужен максимальный урон теперь. Так. Ага. Нифига себе веса. Нет, давайте вот сделаем так. Все, и больше мы сделать ничего с этим не можем. Хорошо. Вот, снайпер. Ой, вот это же вы что? Это ж надо обязательно. Урон тут максимальный, и максимальная точность нужна. Ну, фанатик оружия, так. Давайте хотя бы так сделаем. Так, длинный ствол. Вот тут обязательно нужен очень длинный ствол. Еще что-нибудь есть? Нет, все, это максимальная дальность его. Хорошо. Так, а еще лучше. И фанатик оружия, ну понятно. Все теперь у нас упирается просто в то, что у нас не прокачан скилл. Секунду, как так нет надувной насадки. Маленький штык. А, вон и что, да? Нет, мы это делать не будем, мы ей в ближнем бою воевать не собираемся. Вроде все, вроде мы все улучшили, а еще я думаю, значит нам нужно броню можно смело улучшать. Давайте посмотрим. А, не посмотрим, да? Ну, теперь-то мы блатные перцы. Вот нам молот еще улучшить. Все, вот теперь нам телепортируемся к нашему... Как они? Нашему паладину. И идем воевать с ним. Самое поганое, правда, у нас блока так и нет, но хрен с ним. Где карта? Вот она, карта. Как-нибудь уж разберемся без него. Так. Diamond City, нет, Diamond City мы пока не пойдем, мы вот идем сюда. Полетели. Сейчас получится прогуляться. Тут холодно, вы не поверите. Вроде не сказать, что прям сильно холодно, но как-то с непривычки там. С непривычки, совсем прохладненько. Вот сейчас сижу, горячий какао попиваю, чего я вам советую. Так, а звук-то? Нет, звук идет, все отлично. А то я жду, у меня звук не идет. Ну, просто так тут сижу, разглагольствую, а вы даже не слышите. Давайте посидим вот так просто. Потому что мне болтать еще много. Давайте я пока просто помолчу. А почему такая фокус паршивый камера? Такого немножко получше стало, да? Наверное, как-то так. Вроде почетче стало. Так, стоп, где мы? Да, вот нам сюда. В прошлой серии мы тут все, что можно было, вообще все позабирали прям. Телепортировались. Так, давай, открывай. Все попродавали. И теперь мы довольны, богатые. А, стоп, мы нифига не богатые, мы купили патронов. Мы нищие, как всегда. Я, кстати, попутно
Посидел, поковырял оружие. Лишнее просто покидывал в сундук, потому что оно как-то немножко без дела, а весело оно очень много. Paladin, you ready to move out? Да. Ready? Outstanding. Follow me and try not to lag. За мной постарайся не отстать. А вот с этим будут проблемы, у меня-то ядерного блока нет, это у тебя он заряженный. Ну, пойдем попробуем, у нас вот пушка есть. Че у меня? Вот глюк, заметили, что он не отображает у нас количество патронов и так далее, хотя пушку даже уже достал. Че? И че? А, вот. Все, ничего, ну промелькивают такие небольшие глюки, косяки. Ну, я считаю, это мелочи. Я не говорю сейчас про баги, еще что-то, какие там недоработки. Я говорю вот именно вот эти вот очевидные. Че, где? Paladin Dance. Keep checking your sex for hostiles. Смотри, чтобы тебя не обошли. Слушай, ты мне ядерный свой, да, едет, а? У меня-то он дохлый вообще. Че там? Процентов сколько осталось? Ну, процентов 10, наверное, 25, да, примерно 10-15, меньше. Так, Арнчик недалеко к западу. Если пойдем здесь, то есть берем 3 секунды и ставим диких гулей. Ну, ладно. Подожди, тормозни, паладин. А мы куда идем? Так. Я думаю, у нас ведет куда-то вот, кажется, сюда. Что тут мы уже были, все зачищено. Любовь ходить от полицейского участка, а это риск. Но только так можно выполнить главную задачу. Ну да, значит пойдем далеко. Так, тормозни. У меня тут собаки что-то нашел. Мячик? А, вот же оружие. Ой, какой хороший. А ты подожди. Так, тот, кто вызывает эту аномалию, может представлять для нас угрозу. Поэтому мы должны все расследовать. Что-то какой-то сон, и вроде спал. Мало спал, но все равно спал. И какой-то я немножко сонный. А еще сейчас по улице прогулялся, вроде взбодрился, так прихожу. Тут тепло, хорошо, и что-то мне так кумарить начало. Я так спать захотел, еще какао теплого попил, так вообще пусто. Ух ты. Да подожди, не мешайся. Опа. И это паразит, вот он. Все, сдох. Так, патроны. Дробовик. Давайте пока берем все, там разберемся. Что я говорю, я уже маленько себя. Так. Жалко, что нельзя как-нибудь сделать так, ячейку, что только получено, еще как-нибудь там. Только подобранное, как-нибудь так вот. А подожди, ты не тарахти, я же собираю. Че там? Первый отряд с блеском справился с задачей. Слушай, ты откуда такой болтливый-то, а? Ты мне говорить не даешь даже. Подожди, тут вот. Антирадин. Так, все, взяли, пошли. Какой ты болтливый, слушай, я с тебя в шоке. Я бы лучше вместо того, чтобы болтать, мне бы дал этот ядерную заряд, батарею, как она правильно. Опа, это что такое? Потому что это тебе хорошо, а если я отстану, то ничего хорошего-то не будет. Уж ты в одиночку пойдешь воевать. Либо будешь плестись, как я. Потому что я буду плестись, а тебе деваться будет некуда. Что-то таракан где-то. Точно. Слушай, а что у тебя за винтовка такая, мужик? Как моя, нет? Что-то у тебя как-то так лупит хорошо прям. Прям буквально. Провалено. Тейт файл, по-моему, защитить, чё? Почему провалено? Где тейт файл? А что, пока?
Нифига себе, да, слушай, это что у тебя такая заритовочка-то, а? Обалдеть. Вы видели, нет? Он просто взял и растворил. Он тупо взял и растворил нафиг собаку. Если я такую же хочу, и хочу еще маленькую камеру понять вот так. А то у меня скоро вот так вытягиваться. Слушай, ты, блин, мне оружие-то дай сначала. Оружие, броню, да хотя бы батарейку дай. А то... Молодец, конечно, тут, блин, бежать-то, нифига себе топливо-то. Да, я был прав, где-то сюда идем. Это что такое? Вот она, компания Arctic Systems. А, снаружи экрана быть не должно, так что войдем через главный вход. А там и с своим молоточком. Выполним квест, сделаю оружейника себе. Фанатика. А, пепельницу взять, столовую ложку взять. А, что есть? Виски. Виски взять. Виски это обязательно. Я, конечно, небольшой любитель виски. Я, честно говоря, гораздо с большим пристрастием к коньяку. Но все равно. Не знаю, почему-то мне просто вкус нравится. Кстати, пить не советую, в принципе. Это вещь такая. Если вам говорят, а что ты, слабо что ли и так далее. Просто не ведитесь на это. Это все чушь. Пить нельзя. Время можно, но не надо. Вот уж я говорю, какао, молочка, что-нибудь такое. Так. Подожди, дай я посмотрю, что есть. Немецкие корпорации били последний год с крышку гроба. Они использовали технологии ради личной выгоды. Забирали всю прибыль и не обращали внимания на нанесенный ущерб. Ядерколы это надо взять. Не, подожди. Слушай, а чем тебе это вот ядерколо-то помешало? Что-то на корпорацию что-то гонишь. Да ну не поверю, что корпорации взяли и этот... нанесен ущерб. Ты мне сказки не рассказывал, там боеголовки так бомбанули, это явно. Не корпорации запустили, это либо у вас там террористы какие-то, либо государственные деятели, блин. Гениальные просто. Кстати, я не знаю, кто мне говорил, что у меня до единицы будет FPS, там где-то я сидел, читал, мне там так стращали, что у тебя FPS прям просядет, прям единица будет, не будет подниматься. Ребят, хочу вот успокоить вас. Да, бывает кратковременный, там на полсекунды фризы иногда, но это уж совсем кратковременный. Так, телефон надо взять. В среднем FPS держится, вот я смотрю, где-то вот сейчас 50, 55 даже. То есть в среднем в районе 45, от 40 до 50, вот так вот, это чтобы быть точным. Погоди, по-любому блоки должны быть, чё это? Блоки, по-любому ядерный блок должен быть, это же разобранные роботы. Да подожди, я отвалил. Опа. Подожди, тут разобранные роботы. Ядерная батарея, не то. Ядерный блок нужен. Батарея это просто перезарядка. Блин, да ё-моё, ну... О, терминал, давайте посмотрим. Я бы хотел, чтобы ваша команда собралась вместе, разработала новую стратегию безопасности. Так, давайте мы, наверное, читать не будем, это... К делу совершенно не относится, я вот... Давайте. Я так вот сейчас вкратце гляну, такие... То есть тут... Шесть двигателя, давайте посмотрим. Так, Сэм, что у вас творится? Как я представлю, так. А, ну понятно, чушь, все. Так. Ну. Удиви. Секунду, подожди. Что такое матрица характера? Подожди, давай-ка мы медика сделаем. Пускай он... Все, пускай у нас будет протектрон, пускай у нас медик. Вот. Активировать. Все, вроде... Так, он с камер под... Подожди, а он с камер под зарядки выходит. Если он выходит с камер под зарядки, мы можем тут блок зарядить? Я вроде писал, что вроде как нельзя их заряжать, но кто его знает, может там что-то человек такой же
умный, как и я, и в самом начале еще находится. Еще не прошел. Так, давайте мы сделаем вот так. Будем экономить пока что. А, полотенце. Табакен. Бублик, пошли. Слушай, а что? Подожди, ты что слышишь-то? Блин, Бублик, не мешайся. Ты столько времени стоял рядом со мной, чтобы я к тебе подошел? Nothing good about it. Look at the evidence. Посмотри, на улице здесь ни одной гильзы, ни одного пятна крови. Соображает. На этих роботов напали синт-института. Я буду на чеку. Ясно, уходим. Подожди, а кто такие синты? Синтетики какие-нибудь, по-любому, роботы, да? Вот это нам надо улучшить по-любому. Это кузнеца, да, нам надо прокачать. Значит, нам нужно оружейника и кузнеца прокачать. В первую очередь, я думаю, мы... Так, здесь хаос. Когда мы здесь закончим, я отмечу это место как объект... Чё? А почему стекло не разбивает? Так, постарайся открыть дверь, а я пока пройду разведку. Давай, конечно... Вопросов нет. Давайте мы вот так пока. Потому что у нас совсем паршивая батарейка, и тут вроде пока безопасно. Походим так. Может, что-нибудь найдем как раз. Будильник. Терминал по лаборатории. Так, терминал попозже маленько. Давайте сначала обычным все. Только к обычным мы сейчас что-нибудь откроем, кто-нибудь вывалится, будет не до обысков, нас еще, блин, завалят. Кстати, да. По поводу завалит. Хорошая мысль. Так. Ну, видимо, терминал лаборатор. А, наверное, тут рядом что-то есть. О, безопасность пароля. Ну, подожди. Ага, так. Это ежегодно напоминает о том, что пароли всех терминалов и компьютеров необходимо менять раз в месяц. Так, так, так. Понял, тут ничего нету. Смотрите, снимем пароли. Какой у вас пароль? Во! Ага, ну я думаю, мы запомним его. Скорее всего, которая уже запомнилась. Так. Я и Бен, назовем так его пароль. Вернее, 9YB3N. О. Так, требуется пароль. Так. А, все, вошел. Ой, молодец, Коль. Так, лаборатория, давай управление посмотрим. Сейчас мы тут хакер-то великий, давай. Двери. Открыть дверь. Все. Помотли, да. Ух ты, блин! Давай быстрей. А так-то нифига не лупят. Погоди-ка! А вот тут по-любому должен быть ядерный блок. Я не знаю, на чем-то. Шоку. Так, давайте-ка, мы, знаете, я, наверное, даже вот так сделаю. Мне кажется, сейчас актуальнее будет. Они же на чем-то питаются, а теперь. Значит, где-то должно что-то быть. Да, пока разбирается. Твою ж за ногу. Бублик, ты как, нормально? Ну, Бублик, твою мать, там война идет, не мешайся. Кстати, а так он немножко это вот с этой пушки, она изначально где-то мы ее не знаю подобрали где. Она этот прокачана изначально была. Я пытался улучшить, посмотрел, что только ухудшить могу. Ничего себе, мы какой-то институт пистолет взяли. А что он делает? Так, секунду. Какой-то вот институт пистолет. Батарея. А, так у него урона-то, блин. Да ну тебе. Урона нет, ничего нет. Ну, залазь, отлично, залезли. Так-то, блин, я не хочу с ними воевать. Ты дебилый кусок. Нафига так пугаешь-то? О. А, ладно. Броню потом у себя дома посмотрим. Нам бы, блин.
что она сейчас все сдохнет, и мы просто будем вообще супер. Быстро бегать, супер быстро прыгать. Изолент надо взять, так. Микроскоп взять. И мы вообще будем просто супер-пупер. Как только у нас... Нет, все нормально, я спустил вот так. Я по привычке фонарик хотел включить. Опа! Вот тут ядерные батареи есть, все есть, но нам нужен ядерный стелс. Какой-то. Ну, один. Нам нужен ядерный блок для костюма, мать его. Потому что, ну, за столько часов игры, всего-навсего 2,5 блока, и то, блин, один по чистой случайности мы нашли. Это, как минимум, непростительно. Так, что нам? Я думал, значит, сюда. А потом пошел туда. Да ёп. Раз он пошел туда, значит, нам надо сюда заглянуть обязательно, потому что иначе мы сюда просто не вернемся. Интересно, батарейка садит? Нет, что такое? Странно. Подожди, так мы только что... Ой ты, блин, так мы только что поднялись. Ладно, пойдем за... Так, за тобой. Сейчас у нас все сдохнет. Почти на нуле, 5% осталось, плюс-минус. Ну, в принципе, у нас изначально было процентов. Блин, что-то у меня так батареи зажарили. Блин, нормально все. Что-то очень резко зажарили батареи, ладно. Я вообще перекрою ее. Коробка сигар возьмем, картотека. Ну давай, рассказывай. Цель уничтожу. Да ну ты брось, а я-то думал, так поцарапал. Давай там, на цитадельчик воюй пока. Ой, блин, опять это хакерская. А как его... Ну... Значит, Грей точно нет. Клан. Точно нет. Сент. Вот одно сходство. Ну-ка, Дип. Nice. О, пароль принят. А как мы так сделали? Давай, турели. Давай включу все. Все, отключение. Так, ну это мы читать не будем. Короче, турели мы отключили, это уже радует. Как мы взломали пароль, я, честно говоря, не понял. Видимо, вот так простым тупо перебором, видимо, оно и делается. Хотя там совпадение одно, что-то два было. Я не понимаю, что это такое. Я вот почему-то поленился. Не то, что поленился, я забыл это почитать. А, ну да ладно. Как минимум с турелями разобрались. Хакеры из нас еще те. А вот энергетики, знаете, паршивые, потому что блока мы найти не можем нигде до сих пор. А без блоков на такие дела, честно говоря, я на синтов этих синтетиков, я боюсь нарваться. Так, что, может тут где-нибудь есть, нет? Где же блок будет еще, кроме как вот в туалете? А, ну, шпильки, тоже неплохо. Что это такое? Мыло. Пусть левой руки. А, так, это что? Танты взять. Я пока не знаю, что это такое. Ну, пускай будет. Потом проверим как-нибудь. Если не забудем. И осталось у нас вообще понты. Так. Отлично. Отлично. Конец надо взять. Все-таки у меня такое ощущение, что ядерный блок где-то должен быть либо в каком-нибудь генераторе, либо в очень закрытом месте. Следует за паладином. А где паладин-то? Эй! Рыцарь! Без страха и упрека, ты где? А куда он уперся-то? Дебил! Ты где? Ой, сейф. Да блин, ну что ты делаешь? Чем так жмешь-то? Я ж тебе аккуратненько, нежненько.
Если просто прямо. Вот сложно мне было сразу так делать. Так. Ну, конечно, в основном тут чушь одна. Но тем не менее пригодится. А где паладин-то? Эй! Все. Сдох наш костюм, поэтому будем ходить очень быстро. А еще у нас убежал паладин, и где тут скотину теперь искать, я понятия не имею. А он должен быть и тут, кстати говоря. Потому что мы тут это вскрыли, все. Вот, и встретили его тут. Значит, он должен был пойти куда-то вот сюда. Мы начали двери обшаривать. А ему идти некуда. Двери его не интересуют. Значит, все. Чисто по логике он пошел сюда налево и где-нибудь, наверное, тут спустился, да? Нет. А, вот сюда он, наверное, пошел. Наверное, так. Можем все тут пройти. Подожди-ка. Не буянь. По-любому, тут можем пройти, там что-то есть. Я вот в этом уверен. Вот. Что тут есть? Тут есть. Давайте сохранимся, а то, блин, точно застрянем где-нибудь. Люк открыть. Опа. Классно такое. Как он классно открыл. Опа. Что тут есть? Ментанты. Ну... Собственно, ничего мы не потеряли. С другой стороны, ничего и не приобрели. Ну да ладно. Так, а, вот, вот сюда хотел в самом начале зайти посмотреть. Все, ругался, что меня не пускают и так далее. Стекла не бьются. Подожди. Терминал секретаря легкий. Давай посмотрим. Может, сейчас хакеры великие стали? Так. Хэнди. Нету. Симс, давай. Он подходил, нет. Ой, смайл. Так, это скорее всего буква С. Нет, М, нет, Е, точно нет. Либо Л, либо И должно быть. Либо Л, либо И. А я, ну что таки? Я ни букву ни Л не вижу, ни букву И не вижу больше. Майл. Я не знаю, да. О! Ха! О, сейф под полом. По вашему запросу приказал установить сейф в полу приемной. Он позволит вам расплачиваться за поставки. А если не проблемы с сейфом, незаконно обращайтесь ко мне. Так, подожди, подожди. А где у нас приемная? Подожди, приемная. Вот она приемная, да? Она там пошерится будет. Все, понял. Так, запомнили. У нас есть сейф приемный. Где приемный? Нам надо сейчас найти и забрать сейф. Ядеркола. Так, он там, да, стоит? Там пока побудь. А я скажу, что приемный. Подожди, а че? О, давайте, ладно, сейчас. Ты думай, а то там застряну, еще не пройду. Сейчас мы быстренько сгоняем до приемной. А что, ты перегружен, что ли, хочешь сказать? Ух ты, блин, собакен. Собакен. Эй. Нет, обмен, в смысле, я хотел так сказать. Так, давай мы тебе что-нибудь самое тяжелое скинем. Вот вес. Ай, верни, 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 верни мой. Фу, у что? Чуть было не скинул ему, сейчас надо опять добавить его в этот. Почему не спрашивает на избран, типа, а вы уверены? Или нет? Цена, вес. Так, оружие скинули, одежду давай скинем, что тут тяжеленькое есть. Вот, ничего себе. Нифига себе она весит. Я надеюсь, собака-то у нас выдержит. Сколько она вообще, так сказать, может? Никто не в курсе? Сколько у нас может собака-то таскать? Все, ладно. Хватит. Так, подождите-ка. У нас... А, нет, все отлично. Все отлично, то есть он, походу, вернулся обратно у нас.
Ладно, побежали, пробежимся быстренько. Надо найти приемную, потому что я не совсем уверен. Вот тут у нас, вот тут был сейф. Но я думаю, это не то немного. Это тут просто в открытую. А еще у нас была приемная. Так, где она, кстати говоря? Я что-то затерялся. Так, подожди, мы пришли отсюда, все правильно. Вот, наверное, отсюда вот. Да, вот. Приемная под полом должен быть сейф. Приемная это, наверное, там, где мы... Вот тут. Вот тут, наверное, да? Подожди, а чё, как мне вот? А, друг. Heads up. Не, подожди. Wait there. Come on. Вот. See if he had anything. Кучку пепла, да. Давай, давай, Рой, по-любому. Ну-ка, мы правильно сделали? Heads up. Grab anything useful. Так. Подожди, ты вот это посмотри. Тут по-любому сейф. Check it out. А, вот. Ну-ка, давай-ка. Давай-давай-давай, бублик. Вот. По-любому тут сейф. Hold position. Moving out. See if there's anything there. Бублик, давай, не тупи. Покопай, покопай немножко. Take anything good. Нет, что-то, видимо. Подожди, стоп, стоп, только что что-то было. Кучка пепла как раз. А, ну, а, о! Кучка Grab пепла, that. Поиск, вот он. Ну-ка, поиск. Get that. Подожди. Pick that up. Да почему синт-то? Take that. See what's on him, boy. Все понятно, да. Вода нет. Либо это что-то не то, либо мы делаем что-то неправильно. Ну, потому что приемная вот она. Ну, что должно быть... Как его откопать, я не понял. Собакен, иди сюда. Нам особо нужна это. Да подожди. Ну-ка. Копай, копай, копай. Давай, давай, друг. И чё? Look alive. Давай, обмен. Давай, я тебе... Арбуз. Так, давайте я тут все поскидываю. А, так, это что, не дату? Все. А почему он реально не копает? Ну, приемно вот она, вот сейф. По-любому там он. Блин, ты. Ты, паним. Все, я пишу, я расстроен. Я не знаю, как его копать. И в комментариях напишите, блин, что вот так надо было копать. Ручками, ручками, лопаткой. А я что-то неправильно сделал. Ладно. Подожди, вот давай сюда. Ах, тихо, конец, пошли бы сюда. Все, погнали обратно к нашему... Что такое? К нашему... роботу и к нашему балбесу. Который... с жадному балбесу, который не хочет с нами даже поделиться. Ну, орёт, блин, давай иди работай. Послал нас на опасное, страшное задание. Кричит, давай, пошли помогать, убивать. И при этом хоть бы какую-нибудь батарейку. И батарейку, хоть бы какой блок дал. У нас точно ничего не подобрали случайно. Что, типа ядерного блока-то? Ядер пола. Разная шпилька. Лам. Вряд ли. Модификация тоже вряд ли. А, мы что-то понабрали всего много. Броня. Вот я на батарее, но это не то все, не то, ладно. А, впереди ядро двигателя, это последняя точка нашего... А, подожди, ядро двигателя, тут вполне может быть что-то. Подожди-ка, пойдем.
Да, вполне может быть. Если ядро двигателя, его надо чем-то питать, значит, должна быть ядерная батарея или что-то такое. Маленькая батарея, давайте начнем, потому что всем горячие были. Пошли! Да вы не пройдите, дадите, нет? Вот сколько у меня патронов, а? Почему я пока вот так вот не делал, он не отображает? Кстати, что меня радует. Во-первых, у нас робот при любом раскладе продолжает идти. Во-вторых, лампочка все-таки не сажает, видимо, его. Что даже с пустой батареей. Че там болтаешь? Придется спуститься и как-то включить свой генератор. Вот. Пошли вот так. Что нам ходить? Опа. Пойдем сюда. Так, я остановлюсь, буду. Ну давай, да, да, конечно. Смотрите, зеленое питание ядра двигателя. А я потом это ядро двигателя-то могу нет вырвать, если что? Для себя. Нет электричества. Ну я так и понял. Мне бы самому, вот честно говоря. Да. Саму себе бы еще блок. На херняк. Фламатрон. Что такое? Подождите, это пушка какая-то. А, урон, флам. Ты что, из флама стреляет? Подожди, давай, давайте посмотрим. Мне это нравится. И подожди, не так, вот так, вот так, вот так. Хламатрон, давайте мы его. Так. Избранное. И мы воткнем его, давайте вот сюда, на восьмое пока что. Восьмое. А-а-а! Нифига себе. То есть он сюда принимает вообще все. Давай, нет. Ну, на тебе телефон туда. Хватит тебе пока что. Так. А, ну давайте, не знаю, вот бабахну сюда. Чё? Ой, блин! А самое прикольное, его можно потом поднять. Ладно, понятно, хрен с вами. Хлам, не будем мы пока его брать. Ну-ка, запускаем. Ну да. Утечка энергии, ядро двигателя отключено. Я сообразил, да, наверное, сюда, вот она. Мы из такой же штуки, кстати, тогда выдернули ядерную батарею. Я надеюсь, что он все-таки... Вот она. Ядерный блок. Погоди, так ты его взять-то молодец, взял. Только я боюсь, что... Дробитель отключен. Тут-то мы, конечно, молодцы, что взяли. А вот там еще с той стороны должно быть где-то. Подожди, ну-ка давай посмотрим. Утечка. Нет. 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 Все, заблокировалось. На 10 секунд, не сколько там. Так. О, тут мы откроем. Этот мы умеем открывать. Нет, это мы тоже не умеем открывать. Давайте так просто. Вот. Так, приходите. Что меня радует, мы нашли все-таки блок. И, кстати, знаете, что я делал? Давайте я маленько по-другому сделаю. Давайте я выйду пока из него, потому что... Во-первых, взять, а во-вторых, давай выйти. Вы не можете снять броню здесь, а почему? А здесь, вот. Другое дело. Я-то про что имел в виду-то? А, там знаете что, наверное? Там, наверное, закроется потом. Ты что, опять загруженный такой, собака? Look alive. Давай с тобой обменяемся. Давайте я сейчас еще прохладу. Так. Институтский пистолет пока на. Кассет возьмите. Так. А это возьми.
смотри, но у нее она дохленькая. Хламотрон. Да тоже туда же собаки. Так. Ерунду эту. Собака. Все. Собаке больше нас поднять не может. То есть у нее тоже есть кое-какие ограничения свои. Ну, хоть будем знать. Так, давай еще раз попробуем сломать. Нет совпадений. УПЕ. Есть одно совпадение. Вертрек. Нет совпадения. Блин. А как? Что делать-то надо? Вы мне популярно кто-нибудь объясните, как мне взламывать вот эти вот компьютеры? Потому что я не понимаю. Я не знаю, что с ними делать надо. Разблокировался. Отлично. Дин. Боди. Рей. Ду. Ладно, давайте пока посмотрим. Возможно, она вообще не нужна. Я тут сижу, мучу его. Так, где-то утечка, сказали. А где утечка? А, нет, там... Да... Не, скорее всего, нам надо туда в любом случае, потому что... Я не понял, как ее взломать-то, блин. А посидеть просто почитать, потому что... Ну, вот это чушь все. Так вот медом. Ну, еще медом тыка-то. Снабжение, давай еще раз. Давай, холи какой-нибудь. Есть сходство одно. Два сходства. А сколько должно быть сходства? О, нет одно. Так как нет-то, блин, ты заколебал? А сколько, как? Я не знаю, ребят, давайте на этом тогда сегодняшнюю серию закончим. Я просто посижу и почитаю, потому что мы сейчас можем, блин, до второго пришествия, блин, сидеть вот и перебирать все это дело. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи, пока!